Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Греция в эпохе атома. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we're winning. Почему у меня наука такая неплохая, а я последний? Непонятно. Так, вот плюс 2 к жилью, я думаю, можно убрать. Плюс 1 к довольству. Промышленная зла на культуру уберу, видимо. Сейчас у меня культура будет 60 где-то. Не, вообще не особо изменил. Ого. Так классный. Я только следующим ходом его смотрю, не буду пока. На всякий случай. Вражеский шпион совершил диверсию в промышленной зоне Берлина. Зачем тебе там право прохода? Они исследованы территории. The cars haven't advanced that much since we were. У меня больше не будет просто караванов, поэтому я могу этот удалять на самом деле. Ну, не будет больше возможности сделать больше путей, потому что все гавани уже построены. Да, вот его армия стоит, видимо.
при лаборатории. Сейчас надо покупать там, где меньше всего производства. 29. Три. Четыре. Ну, просто коплю субмарины, и, видимо, надо на грека нападать, потому что очень его кнос мешает мне. For a machine to run smoothly and predictably, its parts must be standard and hence. Так, чего мне не хватает? Ртуть, хлопок, наверное, хлопок. Хлопка не хватает. Рис, овцы. Да. Что хлопок у американцев, по-моему, у Конго еще был. А еще пряности. С пряностями у нас что?
The chief incalculable in war is the human will. Ну что, урана тоже нету. Зашибись. Aim for the moon. If you miss...
Раз-раз, меня слышно? Раз-раз, слышите меня, нет? Да. У нас тут трое только, походу. Ну, Дискорд весь лег прямо. Да, бывает. В авианосцах-то есть вообще смысл самолетики их туда спускать? Что-то я ими даже ни разу не воевал. А почему мне американец декларацию дружбы предлагает? Мы же без этого играем. Отказываюсь. Не могу. Отказался, конечно. Cold War is not thawing. It is burning with it. If you go on with this nuclear arms race. Там по урану-то, кстати. Я еще не знаю, через ход, то узнаю только.
Strategy requires thought. Разрушил, потому что я не могу полностью захватить Грека, явно. Ну, и этот город мне просто мешался бы. Хотя посмотрим. Блин, дебильные повышения. Придется укреплять религию. Американец, ну и смысл. А, его нету тут. С отображением проблемы. Пропали значки ресурсов. Это бывает. Подвигай туда-сюда экран. То есть, чтобы то место, где пропали значки, оно ушло за экран, потом вернись обратно. Так у меня на всей карте. Ну, такое тоже бывает. У меня бывало, что... Все, я понял, у меня галочка что-то отключилась. Все нормально. Так, что за фигня? Что? Кто моего Окленд перекупил? Что там вообще? Это не я, точно, потому что я его даже не нашел.
Американец, нафига ты напал? Наконец-то. Американец, слышишь? Нафига ты напал? Я на твоем месте наоборот на грека нападал бы и забирал его города. А ты зачем напал? Даже города не забираешь. А мне его этот Кнос очень сильно мешал. Очень сильно мешал всю игру. Я не могу проплыть. Нет, коммунист, извините. Не мог проплыть, не мог. Вот, американец, я готов тебе эти Эфес, Спарту, что там еще, Олимпию. Забирай их себе. Ты же сейчас весь флот потеряешь свой. Ладно. Он тебя просто пугает. Ладно, это что? Хорошо, сейчас я отойду. In all works on natural history, we constantly find deep. Что ты отойдешь и что? Ну, отойду. Мирный договор. Через сколько там мирный договор можно сказать? Через 30 ходов. В смысле запускать мирный договор? Мы можем хоть сейчас замириться. А, нет, там нельзя, там не через 3, там ходов через 10, но только при условии, что ты будешь с греком воевать. Да. О, нифига себе, я первый раз вижу это в действии свойства Лиссабона. Я греку не могу эти торговые пути грабить. Ну, хоть что-то радует. Кто-то дышит. По-моему, это ты. Нет, не я. Ты не дышишь? Стараюсь не дышать. Так. А, я не разыкачу. Ради послов. Конечно.
Radio is the theater of... I only understand friendship or scorched earth.
The good thing about computers. Армада эсминцев под лодку-то разносит. God had really intended men to fly. Семнадцать, одиннадцать, четырнадцать, четырнадцать, одиннадцать. Пагода 170 стоит. Так, а как насчет купить зоопарк 745? Ну вот зоопарк надо построить.
такой вопрос, а до скольки мы играем? Ну так, чисто. Не знаю. Еще вопросы. Давай, блиц-опрос. Вопросов больше нет. Никто не устал? Американец, так ты на грека нападать будешь, нет? Конечно. Я просто как-то уже плыву Эфесову захватывать. А ты там все что-то ждешь чего-то. Американец, тебе оно надо? А почему ему это не надо? Я не знаю, может скоро 150 снимем ход. Может тут уже русские в войну вступятся. А ты что думаешь, ты тут жилец? Ну, может, я еще ходов не знаю сколько-то продержусь. Я думаю, если русский вступится, только чтобы тебя допилить, если. Конга нашла дротик. Просто я не знал, что ты так быстро проплывешь. Destroying rainforest for economic gain. It's like burning. В каком смысле быстро? В том смысле, что там пара шпионов сидит в городе и через два хода. Не понял. В смысле, сидит два шпиона через два хода? Вообще, если сидят шпионы, один из них там сейчас варваров намутит. Восстань. Поэтому я пока не нападал.
Американец, атакуй флот около Эфеса. Такую. Так, ну что, дальше ты Эфес сможешь взять или тебе помогать надо? Не смогу. Печально. Блин, из-за того, что мы с тобой в войне, тут как-то это все напряжно. Можно заключить мир. Так, а мы можем уже заключить мир? Да. О, отлично. Mr. Watson, come here. I want to see. Немец, а ты не хочешь вообще ни один город забирать из этих трех? Ну, они мне не очень удобные. Мы без доигров планируем доиграть эту игру, в смысле. Тут, по-моему, недолго осталось. Или я не так? Не услышал. Я говорю, не знаю, что там с войной, но мне кажется, недолго осталось. Мне тоже кажется, что тут недолго осталось. А до
Кто-нибудь возьмите этого ученого. Все, я уже не успеваю ходить. Слушай, американец, мне, если что, Эфес брать нечем, так что я его только сниму в защиту, но захватывать его... Есть чем зайти. Ну а чё ждать-то? Пока я туризмом побежу. Ага, сорян, слушай, я не подумал. Что-то армия не Так, а Спарту? Спарту ты собираешь себе? Столица. The release of atom power has changed. Thank you.
что, на немца-то никто не хочет напасть еще? Конго. Чтоб ты туризмом победил? Ну, Конго тоже может победить туризмом. Так-то. Ну, я не могу ничего Конго сделать. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.